Доброго времени суток! Сегодня мы откроем 12 монстра яиц в Бравл Старсе. Let's go покупать первые 6 яиц. Let's go. У меня сейчас на аккаунте 200 гемасов, и у нас первые 12 яиц полетели. Так, разбиваем сверхредки. Давай дальше. Да, говна, понятно. Спасибо, разраб вообще супер наваливает. Это самая окупаемая трата. О, нормально сейчас. Генерал? На генерал, а у меня есть генерал Гав сразу. Let's go еще. Эпический, может дальше, вот. Мифический. Ladies and gentlemen, сейчас будет жестко. Давай, пожалуйста, легендарочку. Норм, ladies and gentlemen, это уже хорошо. Сейчас будет не очень, так себе. Все, сейчас еще будем тратить гемасики. Улетают мои гемасики просто вот так. Let's go. Сверхредкий, эпический. Ну так себе. Надеюсь, мутация, пожалуйста, что-нибудь нормальное. Тик, кстати, мне упадал скин на Тика, можно что-нибудь? Опять мутация, имбо. Мне нравится мутация. Мутация норм. Сверхредкий, ну давайте еще что-нибудь. Опять мутация просто. На биа, кстати, в смысле? Где здесь есть биа? Здесь нету биа. Да, блин. Последний, походу, это последний, да? Пожалуйста, что-нибудь нормальное. Эпический. Что это? Скажите. Понятно, кринжанули. На последнем яйце. Все, гемасики у меня закончились. Вот так. Получается, клуб. 77 яиц мы уже открыли. Я на первом месте, потому что я купил на гемы яички. На гему купил, и у меня... Ягодилу даже не проходил еще. Короче, теперь поставьте лайк, пожалуйста, за мои гемчики. Подпишитесь тоже, пожалуйста. И напишите в комментарии, понравились вам вообще монстры яйца, режим Годзилла. И вообще, будете вы в клубе проходить вот это, монстры яйца собирать? Кстати, может, я еще потом сделаю выпуск, когда буду еще покупать, потому что... У меня сейчас 42 гема и 55 генов нам еще дадут. Получается, когда мы будем проходить монстра яйца, и нам в клубе дадут. А потом нам дадут скин на базу, получается. Он вроде 800 генов будет стоить. Let's go! Всем пока! Будем проходить монстра яйца в клубе. Всем пока, всем удачи!